Бишкеке водитель такси съехал с трассы и врезался в столб, после чего последний прогнулся над трассой, сообщает очевидцы ДТП. Ехавший следом мотоциклист с пассажиром не заметил свисавшие со столба провода и зацепился за них. По словам очевидца, ДТП произошло сегодня рано утром на проспекте Айтматова близ пересечения с улицей Горького. По предварительным данным, водитель такси уснул за рулем.